Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и сегодня мы играем вместе с Фрэшем. Всем привет. Да, на сервере, какой там сервер? Core. Короче, плевать, мы скинем в описании. Да. Какой-то новый режим, в смысле, не скажу, что новый, но просто прикольный. Я нашел вот этот режим, увидел у кого-то и... О, я вот. Короче, о, давай вместе пойдем. Это, а короче... Чё делать надо? Пошли за мной. Okay. Короче, я сам не знаю, что это в принципе за режим, я так как я тут играю. Ну дай мне сказать, хорошо? Я говорю, я в принципе тоже не знаю, что это за режим, так как я тут играю в первый раз, но суть в том, Да. Суть в том заключается, что 4 команды, или да, 4 команды, 4 разных цвета, и посередине всей карты стоит как бы контрольный поинт. И команде дается очки тогда, когда кто-то с команды стоит в этом как бы контрольном поинте. И как вы сейчас видите, я стою на самом центре, и тут всегда в центре вот такое мясо. Когда забегает, короче, 4 команды сразу, и 4 команды просто ходят по кругу и бьются кругом, каждого бьют. И суть, говорю, в том, что просто стоять по кругу, и когда стоишь по кругу, то твоей команде додаются очки. И все. Вот, нашей команде дали 30 очков, но у пурпурной команды, или как ее там можно назвать? Я добавил. Да, у той команды дали 40 очков, и как бы у нее больше очков, чем у нас. И поэтому она как бы на первом месте. Поэтому взрыв мозга. Да. Хоры меня стрелять, болваны. Так. И тут всегда, тут только один как бы флаг, можно сказать, это... Во всех играх есть как бы флаги. Зеленый. И команда захвачивает флаги. Ну тут как бы только один флаг, и кто стоит на центре, то тому дают очки, да. Ну я думаю, суть сама ясна, чё и как. Давай, я... Блин! Говно! Меня запалили. Какой-то мудак за мной, короче, бежал, и я забежал куда-то внутрь, он меня преследовал, маньячина. Прикол, короче, я стоял. Стоял долго, меня никто не бил. У меня было 1.5 хп. Вот, и, короче, закончилось время, а там пришел красный чувак. И, короче, из того, что он меня убил, он сам не был в кругу. Ну, короче, никому поинты не дали. А так бы нам дали. У тебя случаем не лагает чуть-чуть? Нет, мне вообще не лагает. Вот на записи очень лагает у меня. А у меня сейчас что-то приглючит, знаешь? Ну, говори. Значит, так, откидывает немного. Как меня убили? У меня фул хп вроде было с одного удара. И у меня такие лаги, знаешь, как будто откидывает назад. Ты что-то сделал и откидывает назад. Не знаю, что это такое. Я чувака убил. Так. Куда бы мне пойти? А, тут какие-то класс. Как выбрать класс вообще? А хрен его знает, честно. Ну, в принципе, да, тут класс можно выбрать. Какой-то лук, какой-то меч. Тут много есть разных классов, но никто... Я, в принципе, если честно, не знаю, как их выбрать. Вот какой-то чувак стоит с луком. Стоим в центре. А ну, может написать класс? Класс? Блин, нам всего лишь 10 дали поинтов. Потому класс... что я стоял. Я один стоял. Тут зеленые стояли много. Класс 3. А хрен его знает. А, тут, короче, тебе дают уровни за то, что ты играешь в этот режим, и потом ты сможешь выбирать разные классы. У нас как бы самый обычный класс. Как-то так, короче. Короче, задроты. В смысле? Должны быть, чтобы хороший класс. Да нет, третий уровень это, не скажу, что нереально много. Хотя у меня третий уровень. А, это третий уровень как бы в игре, а не третий уровень как бы в лобби. Я понял. Давай, чуть-чуть. Да блин, не добежал. О, да тут такое мясо. У меня тоже третий уровень. Класс 3. Да чё за хрень? Класс 3. Чё он тебе пишет? СП класс. Класс 3. Ух, мать твою, да ты издеваешься. Арчер.
Ху, все, я выбрал. Я выбрал арчера. Я, наверное... Не, я накоплю дамага. Как копить? За убийство, наверное. Ну да. Следующий... Блин, нам вообще не дали поинтов. В следующем раунде, наверное, я уже арчером буду. А мы... Мы на третьем месте. Я знал. А, я упал. Так, сейчас подниматься. Ну, в принципе, тут как бы мясо всегда есть в этом моде, на самом центре. Тут чел, короче, забегает с железным мечом, и тут всем жопа в центре. Все, у меня класс арчер. Сейчас мы посмотрим вообще, что этот класс может сделать. Мне кажется, только лук у него. О, я убил одного. И что, мне ничего не дали? В смысле, да. И бесконечный стрел. Я тоже арчер. Я так по... А, во, это вообще прикольный класс. Смотри, я только стою на какой-то вышке и просто стреляю в центр. Крепер, это я. Твою ж мать, я уже матюкнуться хотел на этого дебила, который передо мной стоит. Это я ты. Я хотел специально. Я думаю, что за дебил конченый стал передо мной, не дает мне стрелять. Я в центр стреляю. Я, в принципе, тоже. Тут такая куча, что всегда... Что всегда, как бы, знаешь, кто-то подбежит под стрелу. Угу. А, меня уже убили. И подожгли на самом центре. Это как? Не на самом центре, а на базе меня подожгли. Я, короче, лучше варево возьму. В принципе, как хочешь. Я просто стреляю на центр, знаешь, там всегда такое мясо, что кто-то под стрелу да попадает. Ой, я попал в одного. А кем ты играешь? Арчером. Ну я пока это варьер, я жду пока что. А. Что-то в зеленые вырвались как-то очень вперед. А наши что-то... Им осталось 20 очков. Да. А наши что-то вообще не тащат. Офигеть. Мать твою, какая-то баба подбежала, меня ударила каким-то потычком. Или как это можно назвать? Все, мы просрали почти. О, я убил. Офигеть, как я убил одного. Зеленым 10 баллов осталось, то есть одному человеку осталось стоять. А синие вообще... Мясо. Ну. Синие вообще что-то ничего не тащат. Так же, как и красные. Ну, в принципе, синие больше тащат, чем красные. Чуть-чуть. О, я еще одного слука убил. А, вот все вижу. Все просрали. Все. Да. Ну чё, тогда сейчас нажмем на паузу, продолжим в следующем раунде. Давай. А зачем? У нас сейчас опять будет. Ладно. Ну так продолжим, 2 минуты до следующего раунда. Все, давай. В смысле, нажимаем на паузу. У нас лабиринт. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. Ты, как всегда, меня, зараза, перебил перед началом. Чё тебе так замолкнуто не терпится? Лабиринт вначале. Я вижу, хрен тут пройдёт. Ух, нифига себе, тут центр. Тут... Тут... Ой-ой-ой-ой. Класс, класс. Ой, я вижу, тут центр классный. Я, короче, опять возьму обычного вариора и все. Буду с мечом бегать. Ну, я и так с мечом. Класс. Вариор. Все, я взял вариора. А тут, знаешь, как... А мне еще один уровень, все. И что ты его возьмешь? Мага. У меня яйцо есть! Да ну нафиг, а у меня 2 яйца есть. Я, короче, 2 чуваков убил, у меня уже 4,5 уровня. Блин, я путаюсь в этом лабиринте. Я тоже, если честно. Ой, это... Мы зеленые. Да. Или мы кто? А, мы зеленые? Нет. Мне только что доперло. О, я одного чувака убил. Давай, здесь... Ес! Почему? А, мы зеленые. Типа, почему нам вообще опыта нет, как бы очков не дало, да? Ой, я 5-й. Да-да-да. Идем на центр, валим. Я могу мага взять. Бери. Я взял мага. Ну ты видел, я 10 очков в команде дал. Не знаю, не видел. Ну, 10 очков это мои. А, ну нормально. Так, у мага есть... А, блин, маг говно. Да хорош меня бить, заразы конченые.
Что-то глючит нереально. У мага, короче, есть палка поджигающая и два яблока. И все. Короче, тут уже бегают с железными стволами, с остротой зачаренной. Как это? Я тоже хочу. Не убили. Я понял, хочешь прикол? Эта штука, которая, вот этот серый блок в лабиринте, он подкидывает нас. Я одного убил, одного убил, одного убил. Давай, я поджигаю, я поджигаю, я поджигаю. Тут такое мясо в центре, что ты даже не разберешь, кого бить, кого не бить, нет? Вот смотри, вот эта серая штука вначале, вот смотри, вот иди, иди, вот подкидывает. Да куда ты пошел, вот подкидывает. Да мне... И... Да... Ну, ща. Нам... А, сколько нам очков? Нам 20 очков дали, отлично. Ух, нифига. Всех поджигаю. Мясо. Ребята, заходите на этот сервер, на этот режим. Тут, так как видите, тут на центре всегда такое мясо, что просто забегаешь в центре и просто клацаешь мешкой, пока кого-то не убьешь. Какая штука? Просто идешь вперед, вот, да, вижу. Я впереди тебя. Маг, поджигаю. Убил. Только эта штука что-то лагучая, все. Не знаю, я нормально подкидываю, и все. Давай, стой на месте, стой. Да зачем ты вышел-то? Да потому что меня чуть не убили. Ну и что, мы хотя бы очки бы получили. Ладно, класс варился. У меня 4-й уровень. У тебя какой? У меня 5-й. Ну если я за мага играю. Ниндзя демо, круто. О, я убил одного чувака. Ай-я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 й. Да чё тут такое мясо-то на спавне всегда? Ой, я стою! Ее, 20 очков! А 20 очков нормально, в принципе. Мы на втором месте, но Purple Team вообще офигенно. О, я одного убил. У меня 5-й уровень. Харе меня поджигать, зараза. Я варьор. Я 5-й уровень. На 5-м. А как... Я на 6-м уже. Как вообще купить чувака, у которого железный меч на остроту? Это ниндзя, по-моему. Кого? Ниндзя, по-моему. Класс. Да. Я могу меч купить. Не надо. Он говно, у него палка всего лишь 2 яблока простых. Ну, 2 яблока это, наверное, гранаты, нет? Нет, это просто есть. Да? Да. Короче, фигня. Если проиграл, вообще ни одного не убил. Я стою. Давай, я стою. Yes, 10 очков. В основном 5 минут, мак. Хара меня лупасить. У, меня убили. Да тут, короче, я говорю, тут такое мясо, что хрен разберешься, кого убили. Так. О, это наш. А я нашего убил. Ну, пытался бить. Ага. Ой-ой-ой. Yes! У меня 7-й уровень. Тут. Стоим. Не стоим, нет, меня убили. Меня убили только что. Смотри, синим вообще 30 очков дали. Меня убили за секунду до того, как бы. О, я одного убил. Вроде. Ты только одного убил, я уже 3 убил, у меня уже 7-й уровень, половина почти. В смысле, одного убил за один заход, когда туда побежал. Меня ну, я про это же. Валим. Стоим. Я стою. И... Блин, убили. Нет, супер. Мы бросались. А кто выиграл? Purple. Ну, в принципе, нормально. Ну, чё? Ещё один. Да, я думаю, можно еще один раунд. Сделать сейчас на паузу, да. На паузу. Итак, мы продолжаем. Чё? Заткнись уже. Это третий раунд, да. Слизь. Я в центре. Чё-то центр тут странный какой-то. Харе там... Like a droger. А при чём тут это? Не знаю, мне девочка только что написала. Я сказала, поставь лайк на фото. Она такая, да ты лайк отрочер. Где, ВКонтакте? Где ВКонтакте, да. У меня ВКонтакте такая офигенная фотка. Ну, за такое... Мне все пишут, что я секси.
Нет, просто такое убивать нужно, когда люди просят поставить лайк ВКонтакте на фотку. Да я шучу, ладно, чё, я ничего не говорил, но... Я просто вспомнил, как это, я написал девке лайк и дрочер. Я стою по кругу, чтобы ждать момента. Пол хп! Я убил человека! Пол хп, пол хп. Давай! Выживи, выживи. Yes, я один тут стоял. Да нам чё, только 10 поинтов дали. Потому что я один стоял. Да. Зелёные опять выиграли. Какие? Кроме нас, зелёные... Я одного убил хотя бы. Да, зря мы, наверное, красную тимку выбрали. Тут дебилы стоят на базе и что-то там делают. Ай-яй-яй. А то смотри, как мог нас на красных. Я 40! Ай-яй-яй-яй. Нас очень много было на базе. Ну я стоял тоже на базе. У меня 8 уровень, у меня 8 уровень. Да? Офигеть. Да. У меня уже 8, потому что я очень много людей убиваю. Ла-ла-ла-ла, у меня почти 7. Ай, меня убили. У меня почти 9. И кто из нас лучше играет? Не знаю. Я первый раз играю так же, как я. Я тоже. Ну. Я вообще и правил не знал. О боже, какие тут сложные правила. Ну да, я вообще не знал, вообще что делать тогда. Берешь меч и убиваешь людей. Ну ты это мне рассказал недавно. Давай, стоим, стоим. Yes. Я не знаю, стоял я или нет. Я, короче, вот эти лаги меня бесят. Я, короче, бежал к центру и меня просто назад откидывало, знаешь, как при лагах просто. У меня уже 9 уровень с половиной. Ой-ой-ой-ой. Я почти ниндзя. Ой-е. А, меня убили. Конечно, очень честно. Как когда на тебя чувак идет с каменным мечом и со остротой. А я на него с... Деревянным обычно. Да, с санбрейкингом. Ай, нет, чувак, нет. Мир. Давай, мириться. Говнюк. Ай-яй-яй, харами. Невидимка, невидимка. Наверное, ниндзя это есть невидимка. Кого? Ниндзя? Да. Да нет, не знаю. Ай, нет, не убивайте, нет. Я супер. Да, реально тут невидимка какая-то. Это ниндзя, наверное. Я уже почти 10 уровень. 9 почти на конце, прям почти чуть-чуть осталось. Ты на конце просто, смотри. На конце, фреш на конце. Ах, опять меня убили. У тебя какой уровень? Почти 7. А, у меня почти 10. Да у меня или килы крысят в самом конце, как, когда я кого-то убью, а потом добивают. Или просто еще какой-то подбегает по 10 человек и убивают. Стаи. Ай, блин, не успел. Я привет. Тоже. Нашей команде только 10 очков дали. Потому что там один чувак был, я и еще один чувак. Я умер. Мы почти выиграли, кстати, видишь? 120 на 120. Угу. Ну помогай! Бей его! Да убейте вы этого скота. Yes, убил! Скрысил сразу. Я добегу. Я бегу к тебе. В центр беги, когда вот это стучание. Ты сейчас стоишь не в зоне. Да, я знаю, но пока еще того нету, потому что у меня 2 сердечка. А, тогда хильте. Наших бьют. Уйди от наших. Что-то я очкую, пока идти на центр. Только 3 сердечка. Ай! На центр, быстрей, на центр! Быстрее! Зажимай! Yes! Yes! 20! У нас с зелеными поровну. У меня 10 уровень, я хочу ниндзя взять. У меня 7. Класс. Нин. Ой. Что-то написал Нин. Так, класс Нин. Джа. Сейчас посмотрю. Сейчас посмотрю, что за ниндзя. А, это ты. Я двоих убил. Отлично. Ну, я твоего добил. Ай, помогай! Нам на центр нужно идти, так как там 3 зеленых. Короче, нам жопа, я так понял, зеленые выиграли. Так как красных на центре вообще нету, как я заметил, только пару. А, там только зеленые.
А, давайте на центр, на центр, на центр, на центр. Я успел. Печаль. Чё-то этот режим как-то сложно вообще выиграть. Знаешь, что у ниндзя? Ну? У ниндзя сапожки, невидимость, да? Ну. А шляпа это, который, ну, твой знак, да? И все. Ладно, и тогда, я думаю, на этом уже можно закончить. Мы ни разу не выиграли в этот режим, так как режим реально сложный. Ну, классный. Ну, причем мы сейчас почти выиграли. У меня 13 уровень. Отлично. Мы сейчас почти выиграли, только как бы зеленые нас перегнали в самом конце. Я думаю, на этом можно закончить. Если вам понравился этот режим, то ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы, и мы будем продолжать играть в этот режим. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Пока.